Начинаем. Коллеги, Коллеги, добрый день. Рад вас приветствовать на вебинаре компании Faberlic. И меня зовут Мустафин Рустем, я бренд-директор категории волосы. Пожалуйста, поставьте плюсик в чат, если вы меня слышите, видите, чтобы мы могли продолжить. Так, Наталья нас слышит. Как насчет остальных? Так, отлично. Ну, судя по тому, что плюсы пошли, у нас, значит, связь есть. И для начала хотелось бы поговорить с вами. Возьми туда мышку. Так. У нас сегодня с вами попробуем в новом формате работать, в том числе с целиком, да, на камеру. Целиком здесь. Можно ее так сделать. Итак, друзья, еще раз здравствуйте. Я рад, что слышно, видно. И напомню, что меня зовут Мустафин Рустем, я бренд-директор категории волосы. И для меня важно каждому из вас, прежде всего, дать инструменты, которые позволят вам делать продажи более эффективно, то есть более быстро, с более высоким чеком и более компетентно, профессионально работать с клиентами. Но сначала позвольте вас поблагодарить за очень позитивную обратную связь после прошлого вебинара. Мне было очень приятно узнать, что вам важно и приятно знать не только про продукцию, не только про компанию, но и вот те аспекты про продажи, про психологию работы с клиентами, которые я озвучивал, оказалось, что вам тоже это интересно и полезно. И мне это вдвойне было приятно, потому что я это добавлял, исходя из того, что я как клинический психолог, да, могу дать вам информацию именно вот с психологической стороны, чтобы, опять же, вам помочь в вашей работе. А если кто-то не смотрел еще прошлый вебинар, то обращаю внимание, что он совсем отличается от текущего. Там я говорил про наши базовые линейки «Ботаника», «Эксперт» и «Салон Кеа», их позиционирование, различия, на кого они направлены и, собственно, как лучше их предлагать разным клиентам. Поэтому, если не видели, обязательно посмотрите. И, собственно, мне хочется начать наш сегодняшний вебинар, немножко возвращаясь назад. Прозвучали вопросы в рамках вебинара, и я постарался дать ответы на все эти вопросы прямо в ходе вебинара. Однако даже потом в YouTube я увидел, что есть темы, которые беспокоят вас, да, вы о них говорите, вы о них пишете. И мне хочется сегодня буквально уделить 5 минут времени для того, чтобы об этих вопросах поговорить. Они очень важны, на мой взгляд, и я надеюсь, вы тоже их оцените с точки зрения их там уместности. Единственное, что я хочу вам напомнить, что у нас с вами есть вкладка «Вопросы», в которой стоит записывать ваши вопросы, потому что в чате не всегда это получается сделать оперативно, все пролетает очень быстро, поэтому, пожалуйста, во вкладочке «Вопросы», и я отвечу либо в конце, либо по ходу вот нашего вебинара смогу возвращаться к вашим вопросам, отвечать. Итак, я вижу вот класс, категорию комментариев, и они тоже звучали на вебинаре, о том, что есть продукция, которая подходит вам или не вам. Мне очень это приятно, да, что вы это озвучиваете, что вам что-то нравится или нет. Но у меня вот здесь возникает такое, вы знаете, сомнение некоторое, да, то есть возникает вопрос, не значит ли этот комментарий, что вы продаете прежде всего эту продукцию, которая подошла именно вам. Потому что, это, как сказать, я все-таки направляю вот свои речи, да, на людей, на активных консультантов, которые работают со всем нашим каталогом, с полным нашим ассортиментом по всем категориям. То есть мы здесь немножко рассуждаем не про то, что нам нравится или нет, а конкретно о том, как продавать тот или иной продукт тому или иному клиенту. Соответственно, когда мне в чат пишут о том, что вот мне подошло, я предполагаю, что человек либо не является активным консультантом и только потребляет косметику, и я отмечу, что все-таки вебинар не для таких потребителей, он все же больше для продающих консультантов. Если же это пишет продающий консультант, то я хочу здесь сказать, что у меня возникает некоторая тревога, не значит ли это, что этот консультант продает только то, что нравится лично ему. И вот здесь мне хочется отметить, что, безусловно, в рамках нашего каталога я уверен, что вы пробуете массу продукции. Какая-то из них подошла вам или не подошла. И я думаю, что как раз то, что касается волос, тут как раз может быть очень много мнений, да, в отличие, скажем, от бытовой химии. И я скажу, что если вы будете продавать только то, что нравится лично вам, то вы таким образом автоматически отсекаете огромный пласт клиентов, которым подойдет или не подойдет та продукция, что нравится вам. Соответственно, нужно понимать, что среди ваших клиентов, среди вашего окружения много людей с разными типами волос, с разными проблемами, задачами и с разным доходом. Соответственно, когда мы разговариваем с вами про косметику, мы должны понимать, что может подойти Марии Ивановне, что Клавдии Петровне, а что Василию, сыну вашей подруги. И когда я об этом буду рассказывать, да, вот на это, пожалуйста, сфокусируйтесь, да, я ожидаю от вас получить вопросы, может быть, более предметные,
как мне сформулировать предложение для более молодой аудитории. Или наоборот, как мне сформулировать предложение для более зрелой аудитории. Конечно, вопрос будет не только про возраст, не только про доход, но и про образ жизни, мы про это много говорили в прошлый раз, про модель поведения. И вот мне хочется от вас услышать вот такие вот вопросы, которые действительно помогут вам завтра более качественно проводить ваши продажи. Собственно, это моя цель. Теперь, следующий был вопрос, комментарий тоже важный, о том, что привязываться к внешнему виду клиента не совсем верно. А я напомню, что про это говорил, когда мы классифицировали девушек наших. Девушка-ботаника, салон и эксперт. Это были девушки, которые немножко отличаются и где-то по возрасту, где-то по образу жизни, где-то доходом. Я все это подчеркивал. И был такой ответ, что, ну, как бы не совсем это верно судить по одежке. Тем не менее, я хочу сказать, что мы с вами ориентируемся на массового потребителя, на массовые продажи. И то, что предлагаю я, это скорее скрининговые методы оценки уровня вашего покупателя для того, чтобы сэкономить ваше время на продажу. Вы можете думать, что каждый клиент индивидуален, и каждому искать индивидуальный подход. Отчасти это будет верным, но когда вы хотите сделать много транзакций, много торговых операций, вам необходимо время сэкономить, вам необходимо успевать за единицу времени продавать больше. Ведь именно в этом состоит ваша работа в плане увеличения благосостояния вашей семьи, да, для того, чтобы осталось у вас время на вашу семью, вашего партнера, ваших детей, родителей, в конце концов. Поэтому, конечно, опирайтесь на свою интуицию, ваш опыт, однако я очень вас прошу, вот те вещи, то, что я называю, примейте немножко к вашей практике. Посмотрите, потому что действительно это будет тот скелет, и я об этом тоже буду сегодня говорить, на который вы можете нанизать уже ваш опыт проструктурировать, сделать его более работающим на массовые продажи. Итак, был еще комментарий важный о том, что клиенту нужно давать возможность выбора. И я хочу сказать, что это, знаете, мой любимый комментарий, и я могу сказать, что ситуация с выбором клиента как бы нужна, сложная. Здесь надо понимать, что вы хотите получить, давая клиенту выбор. В нашем каталоге более 3000 единиц продукции. Вот если выбор означает дать каталог в руки человеку и сказать «выбирай», это означает, скорее всего, что вы клиента этого потеряете. Я думаю, что если вы начинаете ваше торговое предложение с крема для лица или бытовой химии, а именно, как бы, это мой вывод, да, это моя гипотеза, потому что я вижу, что активных консультантов по этим категориям на сегодняшний момент больше, чем по категории «уход за волосами». Наверное, выбирая крем для лица, можно потратить, там, не знаю, 20 минут, 30 минут времени, и там есть предложение, где можно упаковать клиента на там, 2-3 тысячи рублей довольно просто, да, это там один крем, другой, третий и так далее. И если после этого вы хотите ему еще предложить выбирать шампуни, я вас уверяю, вы клиента можете просто потерять этот момент, потому что ни у кого нет часа времени, чтобы выбирать продукцию. И у меня вопрос к вам, есть ли у вас час времени, да, который вы отнимете у своего ребенка или у своего партнера, да, для того, чтобы вот уговаривать, показывать. Я вам предлагаю простой эксперимент. Предложите каждому вашему клиенту, кому вы продаете сейчас бытовую химию или уходовую косметику, просто либо ваш любимый шампунь, либо наш хит, это все его знают, это Everstrong, серии «Эксперт», это зеленая баночка шампуня. Шампунь, бальзам, кондиционер, маска, три продукта предлагаете сразу серии, да, и часто есть акция. Я вас уверяю, что больше половины ваших покупателей, которые обычно не могут ничего себе выбрать в волосах, купят просто так. Там не такая катастрофичная сумма, это в пределах 500 рублей можно купить три продукта, зачастую, да, если там какая-то акция есть. И я вас уверяю, вы просто сделаете доп. Продажу, не заморачивая клиента выбором и не тратя свое время на то, чтобы вот посмотрите сюда, посмотрите вот сюда. Нужно, как сказать, делать такие более простые и понятные инструменты для клиента. Я могу сказать, что, конечно, есть сферы, где выбор уместен, да, но я могу поделиться кейсом из туриндустрии, где, как правило, предлагают клиенту грамотные продавцы три тура. Очень дешевый, очень дорогой и нормальный. Да? Это как раз такая история, что человек дает выбор без выбора. Если вы владеете этой методикой, используйте ее. Однако, когда мы говорим про тур стоимостью 50, 70 или 100 тысяч рублей, пожалуй, там есть что выбирать. Когда мы говорим с вами про косметику, где предложение из трех продуктов может уместиться в 500 рублей, я понимаю, что для кого-то это большие деньги, но, как сказать, все-таки это доступная история, и пойти в супермаркет, в Пятерочку или в Магнит, и купить за эти деньги три продукта, ну, как бы тоже не очень реально.
Поэтому мое предложение вам в том, чтобы немножко критично отнестись к тому, как вы делаете продажи, к тому, как вы упаковываете вашего клиента. Я понимаю, что для того, чтобы делать выбор за клиента, нужно иметь определенную смелость. Правда, да, это ответственность, да, за клиента берете на себя. Однако я уверен, что у консультантов Iberlic как раз смелости не занимать. Поэтому пробуйте, тестируйте этот момент и посмотрите, как у вас это получится. Итак, что еще могу сказать? Что, конечно, я даю в основном базовые истории, какие-то вот общие схемы. Не могу я для каждого клиента подобрать вот уникальное предложение. Моя задача в том, чтобы вы могли работать с клиентом наиболее простым образом. Итак, сейчас мы перешли, собственно говоря, вот к первой части вебинара нашего. Это история про потребности, да, потому что то, о чем мы с вами говорим, то, что мы обсудили сейчас, вот эти три вопроса, да, так или иначе нас приводят к теме потребностей, и я переключусь на новый режим. Начнем на картинке. Так, отлично, одну секунду. Угу. Все хорошо. Итак, я предполагаю, друзья, что основная часть моих зрителей так или иначе знакома с базовыми принципами продаж, техниками продаж. Я поэтому не буду слишком подробно останавливаться. Я думаю, что если в этом потребность возникнет, то мы можем как-нибудь к этому еще вернуться, да, если будет такой запрос. Я уверен, что вы знаете, что любую коммуникацию с нашим клиентом мы начинаем с выявления потребностей, что конкретно ему нужно. Я отмечу, что вот по моему личному опыту работы в ритейле я всегда очень хорошо вижу разницу между опытным продавцом и начинающим. Либо, например, между продавцом даже опытным и директором по продажам. Как по-разному они выстраивают коммуникации с байером сети, когда речь идет про миллионные контракты. Один человек, у которого обычно там менеджер по продажам, у него есть план продаж, у него есть в голове задача, я хочу это продать той или иной ценой, добиться своей цели. И обычно он что начинает? Он говорит байеру о том, что у меня вот есть такой продукт, вот моя новинка, бери, бери, бери. И, конечно, этот человек упускает из внимания, что вообще-то у его визави есть какая-то своя там задача, да, задача по продажам, задача по росту категории там или еще что-то. Ну, то есть у них есть свои проблемы. И когда же я иду на продажи, ходил на продажи с опытным директором по продажам, как это происходило? Совсем по-другому. Во-первых, человек спрашивал, сколько у вас есть времени, да, показывая свое уважение, показывая понимание, что так или иначе есть лимит, регламент и так далее. И я отмечу, что мы, как правило, всегда за этот лимит выходили, да, даже если лимит был час. Но, как сказать, это момент вежливости, да, об этом уточнить. Дальше вопрос стоял о том, что какие ваши цели, что вы, какую цель перед вами ставит руководство в плане вашей категории, в плане ассортимента и так далее, и так далее. То есть, прежде всего, мы разговариваем с человеком, стремясь его разговорить для того, чтобы он с нами поделился своей болью, своими задачами и так далее. Эта схема прекрасно работает с многомиллионными продажами в сети. Я больше чем уверен, что она также прекрасно работает с вашими клиентами. Таким образом, если вы с ним тратите небольшое время на разговор вначале, понимая его, прощупывая его, что перед ним стоит, какая проблема, какая задача, он в большей степени сможет вам поделиться, опираясь на то, что вы услышали, вы сможете сделать ему грамотное торговое предложение, особенно будет отвечать, да, его запросам, ну, соответственно, быстрее закрывать сделки, что, безусловно, является, на мой взгляд, важнейшим моментом качественных продаж, эффективных продаж. Итак, секундочку. Что хочется сказать, что когда мы говорим с вами про потребности, вот раз назвал момент психологии, мы так или иначе с вами должны немножко подойти к базе психологической, правда, и поговорить, собственно говоря, про иерархию потребностей, да, о том, что у человека есть разные потребности, и, соответственно, в рамках этой иерархии так или иначе мы можем понимать, что он хочет. Это, скажем так, самая базовая база, с которой мы всегда начинаем работу. Да? То есть если мы хотим вообще о потребностях поговорить, то Абрахама Маслоу мы вообще не можем не вспомнить. Я думаю, что многие из вас знают. Светлана, спасибо за поддержку. Читаю чат одним глазом. Коллеги, суть в том, что я думаю, что большинство из вас
слышали или прекрасно знают, что такое пирамида потребностей Абрахама Маслоу. В чем была его уникальность? Что это был первый психолог, который систематизировал потребности по пяти категориям и выстроил их в иерархию. Концепция Маслоу была о том, что пока человек не удовлетворил потребности базового уровня, то есть предшествующего нижнего, он не может перейти на более высокий. Таким образом, у нас есть потребности физиологические, потребности в безопасности, потребность в принадлежности, потребность в принятии и, соответственно, потребность в самовыражении. Он предполагал в свое время, что до верхней точки пирамиды доходит 2% населения. Это было там 50-е, 70-е годы, то есть достаточно давно. Соответственно, здесь надо понимать, что его философия в значительной степени была раскритикована последователями. Но ни в коем случае мы не можем здесь вот сейчас скинуть со счетов, что вот он выделил категории потребностей, и мы должны их понимать, что они бывают. Далее вопрос, каким образом у человека проявляются эти потребности в иерархии, именно в такой иерархии или немножко в другой, или он параллельно закрывает вопросы и безопасности, и физиологические, и потребность принадлежности, как бы это вот уже было, так, секундочку, это уже была более последующая история. Так, я извиняюсь, просто вижу, что мне пишут, нет звука. Коллеги, у кого-то есть еще проблемы со звуком? Есть звук, да, ну, значит, нужно проверять. Спасибо, Светлана, что сказали. Так вот, извините, сбиваюсь даже так. Тема очень важная, потому что для меня она реально такая, знаете, прям базовая. Мне хочется, чтобы именно вот на этом уровне мы с вами, что называется, договорились, и вы смогли после этого, вот имея базу, осмыслить даже свой жизненный опыт, не то, что там клиентов, да, а себя осмыслить, понять, как вы живете, исходя из чего вы работаете в Faberlic, где для вас работа Faberlic. Это про безопасность, это про коммуникации, это про поддержку, принятие. Исходя из этого, вы можете понять, какое место вы тому или иному явлению в жизни можете уделять время. Да? Это, вот, я считаю, прям базовая база. Вот, соответственно, отдельно могу сказать, что вот, то, что... Так, нет видео. Нет, ну да, видимо, да, все-таки как-то частично. Спасибо. Да я продолжаю, коллеги, я просто не знаю, в чат, может быть, подскажете, как что сделать. Так вот, если говорить про наш жизненный личный опыт, я отмечу, что главным индикатором удовлетворенности потребностей является эмоция. Да, эмоция. Эмоция – это индикатор. Позитивные эмоции говорят о том, что наши потребности удовлетворяются, негативные – о том, что они не удовлетворяются. И когда меня спрашивают клиенты, а что же делать, если хочется все время плакать, что я могу сказать? Надо поплакать и менять поведение. Нужно что-то делать по-другому, и тогда у вас будет другой результат, будет другая реакция. Если просто плакать и ничего не менять, извините, плакать вы можете до самой смерти. Это и так, небольшое отступление о наболевшем. Итак, вижу. Таким образом, вот эта база, нам она позволяет просто понять, какие потребности есть у человека, которыми он живет. Когда мы говорим о потребностях, зачастую вот именно вот понятие масла – это зачастую такие, знаете, даже не до конца осознаваемые факторы, которые как бы так смутно присутствуют. Но я отмечу, что наш великий психолог, советский психолог, говорит о том, что, так сказать, привел иерархию мотивов. Да, это Леонтьев был. Секундочку, я перескочил маленько. Алексей Николаевич. Суть теории Леонтьева состояла в том, что человек, да, у человека есть потребности. Они в каком-то смутном состоянии, то ли пить, то ли есть, то ли еще что-то сделать. Однако в момент, когда у человека эта потребность проявляется через предметную область, то есть да, как-то вот явно опредмечивается, это и есть мотив. То есть именно в жизни человека мотивов, их много всегда, да, может быть, мотив выглядеть хорошо, или мотив хорошо зарабатывать, или мотив чувствовать физическую эмоциональную безопасность, хорошо выглядеть, вкусно питаться. И получается так, что некоторые из этих мотивов иногда взаимосвязаны, а иногда они друг другу противоречат. И по версии Леонтьева, в момент кризиса, в момент выбора у человека эта иерархия простраивается. И получается как раз иерархия мотивов, да, когда вперед выходит тот мотив, который является ведущим. То есть, например, если вы ходите по магазинам, и вы выбираете, то ли вам купить себе сумку или шубу, и вот вы выбираете между сумкой и шубой, потому что хочется то и другое, но вы не можете выбрать, у вас ограниченный лимит бюджета. Но если вы захотите покушать, я вас уверяю, что сумка и шуба
уступит место ресторану. Вы пойдете поедите, и после этого вернетесь к тем мотивам, которые вы не могли разрешить. Это, вот, наверное, самая простая история о том, как конкретно проявляется эта история с мотивами. Я думаю, что мы, конечно, не будем повергать наших клиентов в кризис, но как психолог я тоже понимаю, что зачастую вопросы выбора и есть тот самый главный жизненный кризис, который мы все проживаем. То есть если мы говорим о том, что человек выбирает продукт из каталога, да, это тоже момент, такой маленький кризис. Ему нужно понять, что же он хочет. Он хочет больше там шампуни или, например, бальзамы для волос. Хочет он больше сыворотку, ну или, не дай бог, крем для рук. Вот, шучу, конечно. Вот, и здесь, как сказать, если мы его ставим в кризис, вручаем в руки каталог с 3000 единиц, я боюсь, что тогда мы его можем потерять, и он из этого кризиса не выйдет. У него будет кризис, и он захочет реализовать мотив безопасности и просто от вас уйдет. Да? Я не хочу выбирать, я хочу побыть в покое. Но если вы вот эту ситуацию выбора с ним проиграете через вопросы, вы будете его спрашивать о чем-то. Что вы, как вы живете, как у вас настроение, что происходит, что для вас важно, какие у вас волосы, с какими проблемами вы сталкиваетесь в течение дня, там, и так далее. То есть вы с ним поговорите, да, и он в этот момент, отвечая на ваши вопросы. Алла, сейчас мы придем к волосам, вы не переживайте. Это следующий шаг. Мне хочется с вас все связать, да, и дать вам хорошие инструменты. Итак, как вы поняли, что здесь, общаясь с человеком в моменте выбора, в моменте общения базового с ним, вы сможете дать ему более качественную коммуникацию. Итак, перейдем же дальше. Что для нас самое главное, какие главные мотивы возникают у нашего клиента весной? Да, вот мне коллеги поправляют, торопят. Надо соответствовать, опять же. Итак, какими же мотивами руководствуется человек при выборе средств по уходу за волосами? Есть у нас с вами базовые мотивы. Это, как правило, гигиена, это привлекательность, это красота сама по себе, когда человек сам себе нравится, да, что у него чистенько, все блестит и так далее. Или когда он хочет нравиться представителям как противоположного пола, так и своего, да, когда мы там девушки хотят, чтобы другие девушки им завидовали, например, да, все мы это знаем. И, конечно, есть такой мотив базовый, как здоровье и красота волос, и головы, и так далее. При этом есть у наших клиентов и более такие дополнительные мотивы, которые зачастую могут оказать еще большее влияние на выбор человека. Например, эстетическое и эмоциональное удовольствие от продукта и его использования. И здесь я отмечу, что удовольствие эстетическое может быть как от дизайна, от подачи продукта в каталоге, так как это сверстно, там какие девчонки красивые, там, да, или мальчишки, например, как это все оформлено, собственно говоря. Дальше это вопрос про качество пены, например, да, как вспенивается, какой аромат и так далее. То есть это много дополнительных факторов, которые человек реально будет учитывать, когда он будет делать свой выбор. И я отмечу, что, конечно, мы, как маркетологи, разрабатывая продукт для той или иной аудитории, мы учитываем эти моменты. Да? То есть части дизайна для более молодой аудитории мы делаем что-то поярче, для людей, которые там постарше, попроще и так далее. То есть здесь есть важные моменты. Функция шампуня, здесь вопрос прям в тему, да. Конечно, вопросы, объем, перхоть, все остальное, конечно, базовая история привлекательности. Но мы сегодня будем как раз говорить о том, что у нас есть перхоть разная и у разных людей. И как раз это будет у нас с вами следующий слайд. И, соответственно, решать мы это будем разными продуктами. Моя главная идея, наверное, знаете, может быть, мне ее тяжело донести, потому как все-таки тема психологии, я вот это тоже вижу по чату, да, что не всем она близка, но мне она важна, потому что мне хочется дать вам более глубинное понимание клиента. Суть в том, что когда вы знаете потребности у человека, какие они бывают, вы можете понять с ним по мотивам, а дальше вы подходите к продуктам, и вы понимаете, что один и тот же продукт вы можете упаковывать, опираясь на разные потребности и на разные мотивы. При этом вы можете один и тот же продукт продавать просто с разной аргументацией. Вот у меня здесь пример вам сейчас приведу. Например, вы смотрите. Если говорить про продукты из прошлого вебинара, да, про линию Salon Care, сделанную без сульфатов, очевидно, что мы апеллируем к потребностям человека третьего уровня, да, потребность к дружбе, к принятию и так далее.
И здесь вопрос, что есть движение потребителей, которые считают, что СЛС – это не очень хорошо и так далее. И получается, что если вы приходите к этим людям и говорите им, вот смотрите, у нас есть шампунь без СЛС, это будет ваш клиент. Вы нашли для него аргумент, вы знаете его потребность, вы знаете его боль, и вы по этим болевым точкам продали ему продукт. При этом, если, к примеру, человек не беспокоится относительно СЛС вообще никак, да, и для него это все равно, и я хочу сказать, что сейчас есть новое течение, которое призывает, что сульфаты – это нормально, парабены – это нормально, то есть есть разные мнения. И получается, что если вы придете к девушке окрашенной, которая не беспокоится относительно СЛС, и будете ей про СЛС рассказывать, ну, как бы ее это вообще никак не тронет. Ну, вот от слова совсем. Но если вы скажете, что, смотрите, у нас есть серия, которая безСЛСная, потому что сульфаты более интенсивно смывают цвет с волос. Отсутствие сульфатов бережнее относится к краске на ваших волосах. И, соответственно, если вы делаете ламинирование, какие-то процедуры салонные, то шампуни без сульфатов помогут вам эффект от этой процедуры дольше сохранить. Возьмите серию Salon Care. То есть это будет продажа того же продукта с совершенно другим подходом, другой аргументацией. Мне хочется вам, что называется, дать эту ювелирную историю, чтобы вы могли ею апеллировать, понимаете, коллеги? Потому что реально продуктов у нас определенное количество, ну, как сказать, не может быть миллион, правильно, для всех. Но если вы сможете, понимая вот эти вот маленькие нюансы клиента, продукта, мотивов, потребностей, соединить в единую вашу уникальную технологию продаж, вашу личную, вы будете просто simply the best, как пела Тина Тернер. То же самое можно сказать, допустим, про шампунь серии, про серию Superfood, там, где гели для душа и где маски для волос, которые у нас сейчас, как сказать, vegan-friendly, подходят для веганов. То есть это те люди, которые беспокоятся о животных, там, не едят мясо и так далее. Соответственно, эта серия, если вы хотите ее, как сказать, позиционировать этим клиентам, которым важно быть веган, вот эта серия, вы скажете, это серия vegan-friendly, берите ее. Однако она также прикольная, вкусно пахнет, там яркие ингредиенты, прикольный дизайн. Вы можете прийти к молодому потребителю и сказать, что смотри, у нас есть классная серия таких ярких, ароматных гелей для душа и масок. Берите. И это совершенно другая мотивация. Да? Ему, может быть, для вегана совсем все равно, но ему важно, чтобы это было ароматно, ему хочется в душе почувствовать какую-то такую, знаете, легкость, приятные эмоции и так далее. Соответственно, вы берете тот же самый продукт, но реализуете его совершенно другим образом. Итак, про мотивы мы с вами поговорили. Двигаемся дальше. Какие же все-таки у нас с вами проблемы есть конкретно весной? Да, все-таки вебинар, я чувствую необходимость все-таки тему держаться. У нас много слайдов будет сейчас именно про продукцию. Итак, смотрите, у нас с вами в чем проблема весны? Да, вот в чем фишка? Что у нас с вами весной накапливается авитаминоз. Про это знают, мне кажется, все, и только ленивый про это не говорит. Кроме того, то, что мы носим головные уборы, это приводит к трению на волосах, это повышает жирность кожи головы, более активное выделение кожного сала. И, конечно же, уже к февралю, к марту есть накопительный эффект, когда все это кожное сало начинает закупоривать фолликулы, то есть может проявиться и выпадение волос, связанное с жирностью, связанное с авитаминозом. Может усилиться перхоть, сухая может появиться вследствие того, что человек часто пользуется либо феном, просушивает слишком горячим воздухом. Для тех, кто часто использует с такими вот средствами для укладки, да, сухие шампуни и так далее. То есть если этим пользоваться аккуратно, то как бы нет проблемы, да, с продуктом. Но мы же делаем всегда все в кучу. То есть мы там витаминки не пьем, шапку носим, голову сушим сильно прям направляющим воздухом к коже головы, а потом еще шлифуем все это сухими шампунями. Конечно, это огромный стресс для организма и для кожи головы. И как следствие, что у нас получается? И повышение жирности кожи головы, выпадение волос, зуд, раздражение кожи головы и усиление жирной сухой перхоти. Соответственно, нужно понимать, кто у нас с вами будет в зоне риска именно с этими проблемами. Помимо того, что, как сказать, могут быть все, и человек вам сам придет, да, но есть люди, которых вы должны, наверное, сами прийти и им сказать, что надо заняться профилактикой. Соответственно, речь идет про мужчин со склонностью к выпадению волос. Это, как правило, мужчины 35+. Да, это там усиливается все, соответственно, все эти негативные факторы, и нужно понимать, что можно, то есть даже вот с точки зрения работы с клиентом, даже для себя лично, вы можете ждать, когда проявится вот эта самая негативная история, вот в полный цвет, да, в марте где-нибудь,
но можно ведь и работать с превентивными мерами, да, то есть заранее побеспокоиться и понимая особенность сезона, да, особенность своей кожи головы, немножко здесь сыграть на опережение. Так вот, например, в зоне риска также являются, у нас попадают женщины старше 40 лет, и Американская ассоциация трихологов обнаружила, что более 60% женщин в США в возрасте от 40 лет, они сталкиваются с проблемой истончения волос. Соответственно, это первая история, первый шаг к выпадению волос, и это такая проблема, которая приводит, соответственно, к уменьшению объема визуального. Да, когда у вас волоски стали потоньше, соответственно, вы теряете, прежде всего, визуальный объем. Что скрывать, наши женщины все хотят визуально, чтобы это было вот красиво, объемно. Вот. И, как я уже сказал, что молодые люди, которые регулярно пользуются средствами для укладки и феном, также в зоне риска. Что мы делаем дальше? Дальше мы с вами посмотрим, что же есть из всего этого для компании Faberlic на весну. То есть я когда говорил про то, что мы разговариваем про мотивы, мы так или иначе понимаем, что мотивы у наших клиентов разные. И, соответственно, есть две серии – No Snow и Expert Pharma. Наверное, если просто полистать каталог, то покажется, что продукты в этих сериях, они, ну, как бы очень похожи, да, и как будто бы одинаковые действия. То есть есть проблема выпадения волос, есть проблемы перхоти, есть проблема жирности кожи головы. Но при этом надо понимать, что эти продукты созданы для разных клиентов, у которых разные мотивы, собственно, то, о чем я начал говорить. No Snow – это яркая молодежная серия. И, кстати говоря, вот если вы уже третий каталог видели, то мы сделали для него очень яркую, красивую подачу. И я думаю, что как раз вот здесь мы сумели с нашим отделом каталогов реально эту серию, ну, приподнять, выделить, ярко подать, чтобы молодая аудитория реально увидела, что эта серия именно для них. Да? Это именно тот целевой потребитель, к кому мы хотим обратиться с этим продуктом. В то же время Expert Pharma – это такая серьезная консервативная серия, в чем-то близкая по позиционированию с аптечными сериями. И, соответственно, там другая аудитория с другими мотивами, и другие мотивы у них, потому что их проблемы совершенно по-другому проявлены. Итак, давайте поговорим о каждой серии поподробнее и поймем, где мы что, кому будем предлагать. Итак, вот наши яркие ребята из No Snow. Целевая аудитория. Это молодые люди, 16-30 лет, все-таки с легким проявлением перхоти, жирности или сезонной потери волос. Я думаю, что каждый из вас знает, что перхоть бывает разная. Бывает перхоть там, сезонная, небольшая, когда она там не застаревшая проблема. Ну, как бы трудно иметь застаревшую проблему с перхотью, когда тебе там около 18-20. Соответственно, здесь прекрасно подходит серия No Snow, у которого также есть такие дополнительные эффекты, как контроль жирности и падение волос. Инсайт нашего потребителя, то есть его мысль, да, в которой он витает. Я молод и всегда набегу. Средство должно быть эффективным и мультифункциональным. У меня нет времени отвлекаться на перхоть и другие проблемы. Мне нужно простое решение. Такой потребитель хочет использовать продукты с ярким дизайном, эмоциональным дизайном, чувствовать свою сопричастность, чувствовать какую-то, может быть, игру даже, используя эти продукты. Соответственно, вот эта яркая подача, Аня, у тебя есть что-нибудь под рукой? Каталога. Ага. Давай четвертый. У нас четвертый, в принципе, да, скоро уже выйдет, 24-го. Ну вот я даже просто вам покажу как пример. Честно сказать, является моей отдельной гордостью, потому что действительно, мне кажется, это самый смелый макет в нашем каталоге, один из самых смелых, вы видите здесь. И мы продолжаем экспериментировать с яркими цветами, с моделями. И вот то, что сейчас вы видите, это как раз уже, наверное, будет в шестом каталоге, вот эти прекрасные ребята. Итак, что нам важно, что здесь мы сталкиваемся, мы работаем с клиентом, которого надо больше, может быть, развлекать, чем проблематизировать. У него есть эта история про перхоть, про жирность, еще там про что-то, ну, как бы он с этим живет. Что важно, что в этой серии есть сквозной эффективный ингредиент, на который мы получили клинические исследования и подтвердили эффективность, что в группе 40 человек 70% пользователей заметили снижение исчезновения перхоти после первого применения, потому что там есть перитион цинка. Это ингредиент против перхоти номер один в мире. Он избавляет от перхоти и предотвращает образование раздражителей кожи головы, помогая устранить неприятные ощущения и сохранить кожу головы здоровой. Соответственно,
наличие все-таки клиники показывает, что этот продукт эффективный, и он все же, вот, ну, кстати, здесь, знаете, мы пойдем, и здесь я просто прочитал вот в чате, всем приветики, опоздала, про что тема, так что, про все про то же, про волосы, у нас тема всегда одна, вот, двигаемся дальше. В этой серии мы с вами, у нас есть три направления. Есть базовая серия, это, так скажем, основной уход для мужчин и женщин, это продукты два в одном. Мы все знаем, что это привычный формат, у нас с вами как шоу. Значит, это привычный формат, люди, многие его любят. Лично я скажу, что я вот использую шампунь два в одном, который вот с ментолом, я беру его себя с собой в душ, в этом, в бассейне. Выхожу в бассейн, вот использую этот шампунь, потому что удобно, он 200 мл, небольшая банка, соответственно, легко там одним продуктом решить все вопросы, помыл, посушился и так далее, да. Если говорить про личный уход дома, да, с утра, то я использую салон Kea. У меня волосы прекрасно привыкли к этой серии, я прям прекрасно с ней справляюсь. Дальше, соответственно, у нас есть такие upper класс продвинутые здесь продукты уже с дополнительным функционалом. В частности, это розовая серия. Это серия против перхоти и выпадения волос, где у нас добавлен к перитиону цинка морские минералы добавлены, которые активно питают волосяные луковицы и способствуют укреплению волос по всей длине. И зеленая линия – это продукты против перхоти и против жирности волос. Соответственно, здесь добавлен зеленый чай, который как раз позволяет именно, как сказать, нормализовать работу сальных желез. Соответственно, выбирая одну из этих серий для вашего клиента, молодого клиента, который, может быть, зачастую впервые столкнулся с перхотью, у него нет этой застаревшей проблемы. Он как бы, ну, то есть здесь, понимаете, надо понимать, что вся серия прекрасная, легкая. Вот, кстати, мне нравится, что племянник кому-то помог, правда. Здесь вот хороший вопрос, не могу не ответить. Если перхоть, а есть проблема жирности, можно применить. Конечно, попробуйте применить серию зеленую, она против перхоти и жирности. Собственно, весь мой спич был сегодня о том, что когда мы понимаем, что весной у людей эта проблема играет, то есть у них этот мотив появится, нужно вовремя об этом с ними поговорить. Потому что есть у человека, допустим, ну, у нас, мне кажется, процентов 30-40 – это те, у кого есть склонность к жирности, и жирность кожи головы весной усиливается. Ну, то есть, собственно, все, о чем я говорил. Поэтому самое время сейчас прийти к клиентам, напомнить им, что весной, ребят, вы будете снимать шапку, что там будет под шапкой, надо об этом подумать заранее. Итак, наша следующая серия – это серия «Эксперт Фарма». Здесь мы такое придумали, если обратили внимание, у нас есть слоган у серии «No Snow» против перхоти с первого раза. Да, это такая немножко озорная, я бы сказал, фраза, да, и, в общем-то, она подтверждена клинически, да, почему мы ее ставим. То, скажем, для серии «Эксперт Фарма» я предлагаю скорее такой более консервативный слоган, как «Скорая помощь для ваших волос». Да, эта серия действительно одна, может быть, самых старых, очень популярная, и на нее всегда очень позитивная обратная связь. Однако давайте поймем, чем она будет отличаться все-таки от «Ноут Сноу». Итак, здесь мы говорим, что целевая аудитория для этой серии все-таки у нас люди там 30+, да, уже с сильно проявленными проблемами, такими как выпадение волос, жирность, истончение и потеря густоты, и интенсивная регулярная перхоть. То есть это люди, которые реально уже, наверное, пробовали разные шампуни, пробовали, там, не знаю, косметические марки, да, из супермаркета, пробовали что-то из магазина и так далее. Ну, то есть искали решение, но при этом найти достойное решение своей проблемы не смогли. Вот сейчас Анюта чихает, подтверждая мою правоту. Не, просто, может, вы слышите это, не знаю. Да, ну, может быть. Так вот, соответственно, здесь мы говорим, что если более серьезная проблема, потому что все-таки ингредиентов здесь больше, и линейка сама по себе шире, и действие этих ингредиентов, скажем, более интенсивное, и концентрации более высокие. Потому что мы здесь идем к человеку, который действительно может быть уже искушенный в части поиска средств против жирности или против перхоти, или выпадение волос, соответственно, мы должны ему дать какой-то там формат. И я отмечу, что для этого продукта,
для этого клиента, уже будет вторичная эстетика в дизайне, да, то есть мы знаем с вами, что дизайн эксперт фармии, он такой достаточно строгий, простой. Но, собственно говоря, речь о том и идет, что, да, то есть о том и речь, что здесь уже мотив красоты и эстетического наслаждения будет проявлен в меньшей степени, потому что у человека есть другой ведущий мотив, базовый, красота, да, привлекательность. Соответственно, здесь понятно, что уже человек готов купить, может быть, менее красивый флакончик, и даже он будет, может быть, искать интуитивно такой более лаконичный, более простой продукт для того, чтобы решить все проблемы. Ань, пожалуйста, под звук ответь, там надо, видимо, тоже перезагрузить. Если мы говорим про интенсивность воздействия, конечно, нужно понимать, что у нас по концентрациям действующих веществ экспертфарма более сильная. Однако бывают у нас сами сезонные потери волос, где можно попробовать просто такие базовые продукты. А есть уже как бы, ну, такая серьезная проблема, она может быть возрастная, опять же, да, о чем я говорю, которая, собственно говоря, требует более серьезных средств. Итак, если мы пройдемся по структуре ассортимента серии «Экспертфарма», то мы увидим, что у нас там есть 4 направления, и они, по сути, закрывают все 4 главных проблемы, трихологических проблем, с которыми сталкиваются наши клиенты. Это жирность кожи головы, это перхоть, это истончение волос и это выпадение волос. Соответственно, чем более серьезная проблема, тем больше продуктов мы предлагаем. То есть в данном случае, если мы говорим про проблему жирности волос, то здесь у нас есть один шампунь, который есть с уникальным комплексом Defense Scalp, который уже с первого применения уменьшает жирность кожи головы и дальнейшее его применение позволяет контролировать это проявление на волосах. Соответственно, здесь уже вы можете подобрать, если нужен, потому что зачастую людям с жирной кожей головы даже не очень кондиционеры нужны. Соответственно, вы можете подобрать при желании кондиционер из, например, серии «Салон», да, для того, чтобы смягчать волосы, либо, если он не нужен, не использовать. Но, как сказать, проблема жирности легко можно решить именно этим образом. Дальше, когда мы говорим про борьбу с перхотью, то здесь у нас серия, которая включает в себя шампунь и спрей, да, потому что уже, как правило, история про перхоть, она не просто про саму кожу головы, но и про то, что там на коже головы либо бактерии работают, да, либо нарушен процесс отшелушения ороговевших клеток кожи и так далее. То есть уже так более серьезный, более проблемный. Соответственно, здесь у нас с вами есть ихтиол, октопирокс, экстракт можжевельника и салициловая кислота. То есть это реально те все продукты, которые, во-первых, более эффективно отшелушивают клетки кожи, да, для того, чтобы очистить, убрать перхоть, да, убрать перхоть и, наверное, те чешуйки, которые, что называется, еще не отделились от кожи головы, помочь им отделиться безопасным образом, чтобы кожа дышала. И уже продукты, ингредиенты, входящие в спрей, да, позволяют поддержать здоровье кожи головы для того, чтобы перхоть не возвращалась к вам снова. Теперь касаемо проблемы падения волос. Здесь, конечно, та проблема, которая, что называется, на виду. Да, и человек ее сразу считывает, вот она есть проблема, и это заметно. И мы видим, что, например, там в проборе у нас может быть меньше волос стать, да, или у нас залысины образуются здесь, да, либо мы, как правило, мы видим здесь, да, поведение волос в верхней части головы. Это заметная история, которая всегда проблематизирует и мужчин, и женщин, ну, как бы все мы хотим быть привлекательными, да, и волосы, что скрывать, зачастую являются таким, как сказать, важным атрибутом привлекательности, красоты. Ну и здоровье, на самом деле, тоже. И эта серия у нас содержит с вами прокапсил. Это комплекс, который замедляет процесс старения фолликулов и способствует укреплению, стимулирует рост волос. И более того, я скажу, что эта серия, она получила клиническую проверку на эффективность, да, и, соответственно, после 4 месяцев применения мы увидели заметный эффект. 67 респондентов отметили увеличение количества волос. То есть это важный момент, и об этом действительно стоит говорить в открытую. Здесь мы имеем больше продуктов. Я отмечу, что, конечно, клиента нужно все-таки стараться упаковывать именно комплексно. Продукт должен быть в корзинке. Есть здесь шампунь, здесь есть бальзам, маска и ампулы. И если, например, у человека реально прям проблемы, волосы посыпались, это может быть и сезонный фактор, и не сезонный. Не надо прям стрессы сбрасывать, да, со счета. Соответственно, ампулы здесь как раз могут помочь более, так скажем, эффективно, более быстро затормозить процесс. Потому что у нас всегда с вами борьба
с выпадением волос строится из двух фаз. Первая фаза – мы пытаемся остановить выпадение волос, которые выпадают сейчас, а второй – мы пытаемся простимулировать рост новых. Естественно, что, так скажем, такая вот сверхзадача, да, чтобы и не выпадали, и новые росли, так просто там шампунем с бальзамом ну, не решить. Да, это, к слову, про то, что помогают ли там цельные продукты. Здесь, конечно, ну, линейка более специализирована. Здесь более такие, скажем, концентрированные и узконаправленные ингредиенты, да, как прокапсил, да, чтобы вашего проблемы решать. Поэтому, если есть проблемы серьезные, пожалуйста, берите ампулы, рекомендуйте ампулы, потому что, конечно же, они всегда могут дать такой более, как сказать, пристальный, да, пристальный эффект. И, наверное, хочу сказать, что про свою самую любимую серию, которую тоже периодически пользуюсь для профилактики, это серия «Густота, плотность, количество и стимулирование роста». Это наш, так сказать, дебустер-комплексом. Эта серия, нужно будет, кстати, здесь, мне кажется, коллеги, для вас как раз может быть самый большой потенциал продаж в весенний сезон. Потому что, как бы, как я повторюсь, да, что человек может видеть перхоть, он может видеть жирность на коже головы, и он может увидеть конкретное выпадение волос очень быстро в моменте. Но вот как раз что, о чем я говорил где-то в середине, да, что в частности для женщин 40+, начинается процесс поредения волос. Это не только выпадение, но это и уменьшение толщины волоса, это сокращение жизненного цикла отдельной фолликулы волосяной. Соответственно, постепенно-постепенно количество волос уменьшается. Просто когда они выпадают резко, мы это видим, да, и пытаемся что-то сделать. А когда это постепенно происходит, мы этого не замечаем. И наши клиенты это не замечают, если вы, опять же, об этом не спросите. Если вы их не проблематизируете, да, этим вопросом. И как раз вот эти продукты, они направлены на то, чтобы продлить, как поработать, может быть, в превентивной сфере, предотвращая выпадение волос, предотвращая поредение вашей прически за счет того, чтобы поддержать волосы в активной фазе роста, поддержать волосы с точки зрения толщины стержня и, соответственно, густоты с точки зрения в том числе и новых волос. Соответственно, здесь тоже у нас есть шампунь, спрей-активатор и ампулы. Понятно, что ампулы – это такой самый концентрированный продукт, и здесь нужно, вот, как сказать, предлагать также вот три продукта. В частности, человек может в обычной сфере, в обычной жизни применять шампунь, да, и спрей. И где-то, когда у него нужен интенсивный курс, соответственно, он тоже может взять и ампулы, там, не знаю, 3-4 недели попробовать именно ампулы для того, чтобы поддержать, дать такой толчок роста, и потом снова пользоваться спреем. Я отмечу, что зачастую из нас... Кстати, у меня вот вопрос, извините, сейчас я прокомментирую. Извиняюсь, просто я, знаете, прочитал вопрос, и у меня прям мысль слетела. И как выбрать из этих двух направлений? Ларис, вы знаете, мне казалось, что я весь вебинар об этом говорю, и даже я не знаю, что теперь ответить вот на такой простой вопрос. Послушать. Послушать вебинар, видимо, да, вот мне коллеги подсказывают. Я извиняюсь за свою эмоциональную реакцию, коллеги, просто действительно мне было сложно подобрать для вас правильные слова для того, чтобы упаковать свое психологическое образование в небольшой короткий вебинар. Все-таки Маслоу и Леонтьев – это киты психологии, мировой психологии. Конечно, мне хочется вам дать интересный продукт для вашей жизни, не только для вашей работы, да, но и для того, чтобы вы завтра стали жить по-другому, чтобы вы, понимая историю про потребности, про мотивы, прежде всего начали со своей жизни, стали жить счастливее, задавали себе вопросы, чего я хочу, двигались вперед. И, конечно, Фаберли здесь вам помогает, но инициатива всегда от вас идет. Поэтому если вам... Ой, Лариса. Если вам нужно, слушайте, берите то, что вам интересно. Лариса, я вам поясню. Если вам нужно... Да, я вот смотрю, что чат надо мне, кажется, видимо, закрыть просто его на момент выступления. Он меня, конечно, немножко будоражит. Так вот, если волосы выпадают, надо брать продукты против выпадения. Если волосы не выпадают, но вы вам 35+, вы видите, что у вас волос стало меньше, чем в молодости, берите активатор густоты волос. Мне кажется, это самый простой подход. Итак, двигаемся дальше. На самом деле, вебинар-то короткий был. И мне хочется, наверное, сейчас обратиться к вопросам в чат. Да, он один всего вопрос. Сейчас мы узнаем, что там за вопрос. Появятся продажи пробники для ухода за волосами? Да, появятся. Спасибо за вопрос. Друзья, я удивлен сегодня, даже... А, нет, 50 минут, да, как все как полагается. Друзья, мне, наверное, хочется прежде всего сказать вам, что, да, буду делать выводы. Во-первых, буду чат закрывать, действительно. Хотя, конечно,
Нужно как-то, видимо, со звуком вопрос понимать, как-то да, понимать, что звука нет у кого-то. Но мы ничего сделать не можем, с другой стороны. Друзья, еще раз я, наверное, хочу извиняюсь, что так разнервничался, что долго готовился, и мне хотелось вам правду упаковать доступно то, что я считаю просто базой. Итак, напоминаю, у нас есть 5 групп категорий потребностей у каждого из нас. Есть подход, что они удовлетворяются постепенно сверху вниз. Но есть мнение, что нет, а параллельно. Но так или иначе, понимая, что есть эти потребности, вы с человеком можете разговаривать на эту тему. Что для него важно? Его потребности будут проявляться в жизни через мотивы. В моменте, когда вы с ним будете разговаривать, о чем-то его спрашивать, его мотивы будут устраиваться в иерархии. Вы поймете, что для него важнее сейчас. Девушка, 18 лет, что ей важно? Выйти замуж или пойти учиться? Иметь дружеские компании, да, или иметь молодого человека? Это мотивы разные. То есть, например, чтобы быть в тусовке, может быть, ей нужно пользоваться веган-продуктами, потому что не тусовка с веганами. Вы это можете узнать, только у нее спросив про это. Может быть, она хочет выйти замуж. Тогда я вас уверяю, ей нужно иметь густые, красивые волосы на 18 лет, потому что 18 лет, кроме как молодостью и свежестью, трудно еще чем-то взять. Поэтому вы ей скажете, что, дорогая, конечно, береги волосы. Это же твой, как сказать, элемент женственности, красоты. Я сейчас, конечно, это утрирую, друзья, но если вы хотите подобрать для себя более ювелирные аргументы, пожалуйста, еще раз посмотрите вебинар в записи. Он будет доступен на нашем канале YouTube в ближайшее время. И, соответственно, после этого вы сможете, значит, сказать, еще раз прослушивая, понимать. И я не зря говорю о том, что вы можете вернуться к предыдущему вебинару, потому что там я давал структуру по ассортименту, по другим сериям, да, и, наверное, прослушивая раз другой, вы можете взять в работу что-то. Я отмечу, что, может быть, я не совсем все буду довольны вебинаром, но я отмечу, что есть у нас каталог. Я считаю, что любой читающий человек способен отсюда взять массу информации. Вот, в частности, серию открываю в салон Kia, информации вагон обо всем. Мне вам хочется дать инструменты, как вам из этого массива информации взять какие-то вот ключевые зернышки, чтобы продавать быстрее, чтобы не тратить на дискуссию с клиентом час. Вот у меня лично нет столько времени. Я хочу провести свой вечер свободный с подругой, с друзьями, к родителям съездить. Мне хочется делать эти операции эффективно и быстро. И, собственно, для этого вся моя история и состоялась сегодня, да, что вы получаете знания, вы их перевариваете, вы накладываете на них свой личный жизненный опыт, свой опыт продаж, свою интуицию, и вы выходите совершенно другим торговым предложением к вашим потребителям для того, чтобы делать это быстрее. У меня, собственно, очень простой в этом смысле, как сказать, инсайт – сделать вашу жизнь проще. Соответственно, быстрее продали, быстрее поехали на Канары или на Эмираты, например, да, там сейчас хорошо. Вот, таким образом хочу сказать, что спасибо большое вам за внимание. Я извиняюсь еще раз, если, может быть, показался кому-то слишком эмоциональным или же слишком, как сказать, невежливым. Вот. Ну, я считаю, что наша задача в том числе людей обучать, в том числе делиться знаниями, давать, так сказать, эффективные инструменты и, конечно, давать это все в такой, может быть, более позитивной, чем сегодня, манере. Но я буду стараться вас больше радовать в этом плане. Вот. Но, на мой взгляд, упаковывая, соединяя вот эти инструменты с примерами из продуктового ряда, как раз и получается вот эта история, как бы, где можно все поженить. Так, смотрим еще вопросы и, наверное, заканчиваем. Так, как лучше организовать уход за окрашенными волосами? Для окрашенных волос я рекомендую брать серию Salon Care. В частности, можно взять с кератином. Она как раз для вас будет подойдет. Действительно, бессульфатный шампунь, во-первых, бережнее относится к краске, но в то же время к волосам нужно привыкнуть. Я вам предлагаю не пугаться. То есть там, когда вы нанесли шампунь, там, ладошку шампуня на волосы, и если вам кажется, что пены маловато, добавляйте немножко воды. Добавили в ладошку воды, полили, еще вспенили. Добавили еще воды, еще вспенили. И потихоньку вспенили, там просто получается, что пена, она не в моменте образуется, очень активная, а ее, когда добавляете воды, она как бы больше, больше, больше. И в итоге вы промываете полностью кожу головы. Там кожу головы, длину волос и так далее. Конечно, используйте маски, используйте уходовые средства. Наши средства не как раз для того, чтобы закрыть, например, кутикулу, для того, чтобы, кстати, волос после окрашивания, как он окрашивается? Кутикула поднимается, краска заходит. Но однажды кутикулу вы подняли, она, соответственно, начинает гулять.
И средства обязательно нужно использовать бальзам и маски для того, чтобы кутикулу плотно закрывать, для того, чтобы цвет не уходил. И чтобы не появлялось такого вот кушения вот на волосах, да, когда они вот как елка такая, знаете, как елки, щетки на концах. Это вот надо все складывать, именно задача здесь бальзама и кондиционера. Именно это делать. Так, будет ли в основном подождение кудрявых волос? Для кудрявых волос, честно сказать, я думаю про новую линейку, честно скажу. Скоро не скажу. Суперфуд работает над шампунями, они будут отличаться от текущих. И маски от бальзамов отличаются прежде всего концентрацией действующих ингредиентов. И плюс они отличаются тем, что маска предполагает экспозицию на коже головы от 5 минут. Это то время, когда действительно продукт может проникнуть в структуру волоса на, как сказать, более глубоком уровне. Бальзамы всегда такие более жидкие продукты, которые можно быстро нанести, 2-3 минуты и пошел. То есть если вы хотите дать более глубокий уход своей коже головы, это маска. Но все мы понимаем, что у нас не у всех есть это время для того, чтобы держать маску. Поэтому бальзам – это такой быстрый результат для того, чтобы прежде всего кутикулу волоса закрыть, прокондиционировать волосы, чтобы могли их причесать, хорошо высушить без проблем. И, соответственно, маску уже для того, чтобы прям конкретно напитать. Поэтому я рекомендую пользоваться тем и тем. Шампунь La Blonde, эксперт не вернется. Мы делаем новый шампунь, но он будет ближе к весне. Ой, извините, к весне, к осени. Для блондинок делаем крутой продукт. Так вам, спойлер небольшой. Так, друзья, что мы смотрим? Вижу вопрос вот здесь в чате еще про шампуни, стали меньше пениться. Меньше пениться, если только мы говорим, что про... Я думаю, что шампуни эксперт, как пенились, так и пенится. Меньше пенится салон. Именно из-за того, что они бессульфатные. Это, мне кажется, я про это уже много что сказал, я не буду уже повторять. Говорить о том, что формулы шампуней стали мягче, добавлено больше кондиционирующих средств. Если плохо пенится, добавьте чуть-чуть больше шампуня и добавляйте воды, как я вас сейчас научил, чуть больше воды. Так, чат, я не помню, как чат подключить. Так, хочется такое отдельно. Так, вот серия Salon Care будет у меня в следующем вебинаре запланирована. Следующий вебинар на март. Вот, в марте будем говорить про Salon Care. Конечно, я уже не знаю, стоит ли вам столько давать, так вас грузить в психологии, честно говоря. Но, вот, ну, как сказать, разберемся. Итак, друзья, спасибо вам огромное за живую беседу, за внимание, за то, что присоединились, послушали. На все вопросы мы ответили. Какие-то еще новенькие появились, сейчас всем скажем. Вот вопрос, почему от наших бальзамовых масок издается запах на волосах. Запах от продуктов для волос. Вы знаете, это такой спорный момент всегда. У нас в целом позиция такая, что человек использует одеколоны, духи, и очень трудно сделать такой парфюм, да, что, то есть мы, вопрос спора возникает, спора между запахом от волос и запахом парфюма. Поэтому мы кладем одушки все-таки в каких-то адекватных объемах для того, чтобы запах не осаждался на волосах. И это, в общем-то, в этом наша есть идея, да, что так быть и не должно. Они не должны, то есть вы моете голову, вам приятно, вот, а потом не должно быть. Зачем? Возьмите викинг, валькирию, сделайте духи, да, нанесите на себя, все будет хорошо. Друзья, я вас всех очень благодарю. Хочу сказать еще благодарность нашему фэшн-департаменту. Сегодня они мне предоставили одежду для того, чтобы присутствовать на нашем вебинаре. Это из новых коллекций. Я думаю, что каталоги, может, еще нет, но скоро появятся. Так что рекомендую очень удобные поло и кардиган. Друзья, всем счастливо, до свидания, до новых встреч. До свидания, переваривайте, еще пересматривайте.